Любители активного образа жизни и скандинавской ходьбы приглашают поучаствовать в необычной спортивной акции. Она пройдет в субботу сразу в 9 городах, входящих в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо России». Одна из главных целей акции – сохранение и укрепление здоровья людей пожилого возраста. Занятия скандинавской ходьбой позволят участникам обойти знаменитые достопримечательности нашего города – от древних соборов до арт-объектов на улице Георгиевской. Владимирцам нужно будет пройти расстояние в 5,5 километров. Старт акции в 14:30 от стадиона «Лыбедь». Общая протяженность маршрута по всем городам составит 50 километров. В этот же день можно отправиться и в живописное путешествие. В детской художественной школе Владимира, что на Большой Московской, 35, открылась необычная выставка знаменитого московского художника Сергея Андреаки, его коллег и учеников. На ней представлены картины, выполненные в разных живописных и графических техниках, от масляной живописи до многослойной акварели. Выставка работает ежедневно, кроме воскресенья, с 9 утра до 6 вечера. Вход на экспозицию бесплатный, но с собой нужно взять любой документ, удостоверяющий личность. Спортивные и развлекательные программы для детей и взрослых подготовили, как всегда, городские парки. В субботу в 11 утра Добросельский приглашает на игру под названием «Волшебная лукошка». В Центральном парке в полдень развлекательная программа «Семья плюс я» – это дружная семья. А в Загородном в это же время стартует спортивно-развивающая программа «Детский тир». В воскресенье 18 марта отмечается Международный день планетариев. Праздник придумали более 20 лет назад в Италии. Главная цель – привлечь внимание людей к астрономии и развитию научных знаний. В этот день Владимирский планетарий проведет просветительскую акцию «Астрономия для всех, астрономия для каждого». С 11 утра посетителей Звездного дома ждут лекции-сеансы, в полдень организаторы проведут познавательные викторины, а при условии ясной погоды продемонстрируют желающим, как выглядит Солнце при наблюдении в телескоп. Насыщенную программу в воскресенье подготовил Дворец детского и юношеского творчества. С 9 утра до 5 вечера там можно будет послушать живую фортепианную и гитарную музыку. В 10:00 там пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, ярмарка растений и сувениров ручной работы. В 10:30 в спортивном зале стартует первенство среди школьников по настольному теннису.